Отравленный сок. Автор сценария Денис Пташкин. Режиссер Денис Пташкин. Продюсер Денис Пташкин. Так, ребята, приготовились идти в столовую пить кока-колу и есть картошки фри с чикеном. Фу, не буду кашу. Вот мой сок. Так, ребята, пока перемена. Ну-ка, Петя, поймай сейчас, Миша. Теперь я буду. Все, я тебя ловлю. Потанцуем. Домой, сударь, Вини, поведение, как у вас сюда. Фу, самые такие. Так, мой любимый сок, иди в банджо. Прочитаю. Страшные истории. 1885-1979. Денис, сколько лет Скиритос из полюса? Алиса, он в 1885 году. Ему хочу вас тебя крутить, чешить. Что? 133 года! Зря попил этот просроченный сок! Скорый урок! Блин. Не надо было бы купить этот сок просроченный. Лучше бы купил сок в компании Макдональдс. Алло, Вась, твоему любимому ресторану 133 года. Вообще-то, этому ресторану появился еще в 197900 году. Что ты говоришь? Будущий год? Нет, это не будущий год. Сейчас у нас... Ой, сейчас... 201 800 год. И, а ты думаешь, что ему исполнилось глупые 13 300 лет? А этому ресторану 303 900. Ты неправильно все делаешь. Я помню, как ты жил в монстрах. Не пришелся на 10. Я тебе сейчас отомщу. За что? За то, что ты все умножаешь на 100. Кто на 100 умножает? Вася! И почему ты сказал 133? Получай, Вася! Фу, щенина! Получай, глупый Вася. Не говори, что ему 13 300 лет, а надо говорить 133 года. В следующем серии. Так, все наши суперлидеры. Первое место занял Денис Пташкин. У Дениса 5126 побед. Самое последнее занял 9 Лолпти. У 9 87 побед. У Дениса Пташкина побед больше всех. Из всех школ есть 65743 суперлидеров. В нашем 76 суперлидеров. А 7 – наши знакомые. Внимание, сегодня 14 мая. Сегодня день суперлидеров.